на поле было то, к чему мы готовились. Я ребят нацеливал. Я очень хорошо знаю этот край. Я здесь работал, я начинаю с работы. Я знаю характер местных людей, и болельщиков, и футболистов, которые играют за эту команду. Я их беру там. И на сегодняшний день это не одна команда, их несколько. Поэтому ребят нацеливал именно, что будет много борьбы. Самое главное, не уступить борьбе. А потом за счет проникающих, за счет более высокого мастерства, оно небольшое, но оно есть, добиваться результата. В принципе, так и получилось. Ну, честно скажу, даже намного тяжелее. Намного тяжелее благодаря нашему сопернику. Они очень много борьбы навязали, очень хорошие скорости были. Игра тяжелая, но она забудется, результат остается. Это заслуженные мячи, хорошие были. Проход штрафной, да, но это тоже гол. Это тоже гол, поэтому никогда не говорю, не буду говорить о качестве забитых мячей. Дай бог, чтобы они были. Каждый оценит забитый мяч по-своему. Для меня гол – это гол. А мы сразу забываем игру. Дня через два мы к ней вернемся только для того, чтобы посмотреть наши ошибки, исправить, посмотреть, что хорошее укрепить. Но что после победы, что после поражения, мы стараемся все это быстро забыть и уже готовиться. Через час уже надо готовиться к следующей игре.